Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. И есть одна хорошая новость. Заключается она в том, что конец сезона будет. Да, ребята, и он будет через 6 часов. То есть будет у нас продолжение лиги и тому подобное. Потому что сегодня было обновление, игру обновил, и вот такая вот высветилась штука, и мне еще до этого написали в комментариях: Рэй, типа, будет следующий сезон. Я не поверил, и да, так оно и есть. Ну что же, это очень хорошо, это прям замечательно. Лучшего я и ожидать не мог. Ну а мы с тобой переходим. О! Так, нанесите 30 единиц урона героям. Так, сыграйте 5 зомби, которые стоят не больше 3 мозгов. И нанесите 20 единиц урона героям зомби... Ой, розой. Розой, конечно. Ну что, погнали тогда играть за розу. А через 6 часов, на моих часах сейчас 3 дня, это будет 9 часов, ну в 10 я зайду и попробуем посмотреть, будет ли действительно новый сезон или это очередной какой-нибудь баг, лаг и тому подобное. Хотя обновление было. Ну что, давай возьмем эту розу у нас. Если я не ошибаюсь, эта роза у меня идет на заморозках. Но вот против этого, конечно... Не особо она сильная. Но сдаваться не будем. Ой-ой-ой-ой-ой. Да куда ж... Куда ж ты мне вот этого-то? Блин, печалька. Я не знаю, на чем там ржавый разряд у нас играть будет. Но предполагаю, что, наверное, на... заклинашках. На курабойщике и тому подобное. Или же на училках. На училках через вирус. Такой вариант я не исключаю. Так оно и есть, ребят. Пускай у него тут будет лучше этот пришелец стоять. Нам, правда, хиляться нечем. Давай я так сделаю. Опа-на. Я тебе говорю, через заклинашки он будет работать. Так что удивляться здесь нечему. Нам бы вот до этого дожить, и все будет у нас замечательно. И все у нас будет замечательно. Флэш One. Еще творяет. Доборы, доборы. Училка наверняка ждет училку, ребят. Наверняка. Но если мы с тобой разыграем этого, а потом вот этого, то... Он тут ничего нам не сделает вообще. Плюс мы нашли еще с тобой заморозочку. Вот так вот, да, значит, ты решил? Угу, кого-то там хочет вытянуть. Кого только, я пока не знаю. Ага.
Не запоздал ли ты, парень-то? Посмотрим. Так, 6 единиц здоровья. Это все, что он мог себе сделать, да? Видишь, он одни заклинаки, ребята, использует. Давай смотреть, что он сейчас будет делать. Ну и все, по ходу дела, доигрался парень-то. Это тебе не поможет. Не, ну он сейчас может... Да-да-да, вот через вот эту сыграть. Походу нет у него, не выпадает ему что нужно. Поэтому он тут начинает ерундой страдать. Так, ну что, защиты у него больше нету. Уробойщик. Уробойщик. Давай сделаем так. Да, вирус. И все. И приплыл. На бонусную атаку, ладно. А, куда он ее делает-то? Сюда, что ли? Здесь. Ну ведь понимаете все, что ему крышка, ребят. Ну, козла мы из него сделаем. До свидания. Вот и все. Взяли моду на этих училках играть, а? Вы шлепки несчастные. Правильно, так их. Нисколечко не жалко. Нисколечко. Так, ну что, мы двигаемся дальше, ребята, и смотрим, что нам еще нужно сделать. Так, сыграйте 5 зомби, которые стоят не больше 3 мозгов. Ну, это вообще изи. Здесь нам поможет, знаешь, кто? Нет, подожди, нам надо взять вот этого парня. У него дофига зомби, которые стоят 2-3 энергии. Ну, он на пиратах, короче. Специалист по пиратам. Ну, давай, 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 ищи, ищи мне соперника, ищи соперника мне срочно. Восемьсот семьдесят кристаллов, ребят. Тут осталось нам до 11 паков 130 самоцветов найти и все. Но видишь, поиск, поиск что-то у нас затянулся. Ага, надыбали. Да ладно. Ты серьезно? Ты сейчас не шутишь?
Ну давай. Пропустим пока. Что-то до боли мне знакомо, это Пенелопа. Давай сделаем так. Хорошая карта. Очень хорошая карта выпала. Капусточка. 2-4. Ну а что я могу сделать? Пока ничего. Так. Это уже интересно. Это, ребята, уже интересно. Неужели на заморозках? Гриб. Ну да, ребята, на заморозках. Так. Давай сделаем таким вот образом. Ну понятно, что этот прокачивается, этот отдупляется. Сделаем вот так вот. Это тебе не поможет, парень. Нет, тут хоть ты тут что делай. Поехали. До свидания. Так, что далее? А что мы сделаем далее? Далее мы сделаем, наверное, вот так вот. И вот так. Ну, я не удивлен этому. Вообще нисколечко. Допустим. Это тебе не поможет, парень. Поехали. Давай сделай так. И вот так. Куробойщик выпал. Слушай, ну... Нормально. Это ты зря. Нет. Нет, парень. Как нам лучше, наверное, сделать так? И... Ну, пирозаморозок. Понятно. Я тебе говорил, что это полная фуфляндия. На базовых картах он решил сыграть. На базовых. Если бы у него были бы хотя бы немножечко другие карты, хотя бы леги какие-нибудь, может быть, он еще что-нибудь сыграл. Ну что, ранний доступ у нас. Так, классика жанра. Банановый сплит против бочки с бородатыми пиратами. Будет громко. Ну, по мне, по-моему, бананы будут лучше, чем пираты. Да ладно.
Ну, не знаю, давай попробуем сыграть так. Что он, интересно, там применит? Мне кажется, уже догадался, что он там применит. Давай так сделаем. Вот и пиратик появился. Мы можем, конечно, прикрыться через чеснок. Вот так вот я сделаю. Вот смотри, сейчас будет проверка, ребят. На вшивость. Клюнет он. Да, испугался. Ну ничего, у меня есть вот этот лучок. Смотрите, 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 смотрите. Что будет, если я сделаю... Нет, так не буду делать. Давай так сделаем. Ну все, зато я теперь буду знать, ребят, что у него нет этой фигни. Этого уничтожаем и еще два в лицо ему дадим. А вот это плохо. Правильно, он не захотел... А, он сейчас... Нет, ну мы нанесем ему 2 урона, и вот этот вот... Конечно, уничтожит нам обоих. Ну что, сделаем вот так тогда? Мне все равно вариантов нету, ребят. Давай вот этого, чеснок, ой, лук уничтожим. Да ну нафиг, да пошел ты. Специально, что ли, так делаешь? Не его, а именно здесь уничтожил. Гад, утырок, а. Блин, он еще и пирата сюда поставил этого, а. Замызганного. Хиляться придется, ребят, придется хиляться. Да ты запарил, а? Ну это трындец, ребят. Он что, специально тут все подрасчитал, а? Давай защиту мне. Погнали. Ставим банан. И вот так. Да ты не оборзел ли, а? Ну ты посмотри, что он творит. Ну как это, ребят, можно понимать, блин? 4, 5, 9, все, блин. У него под все, блин, есть, ты прикинь? Просто, знаешь, только ощущение, что я карту ставлю, у него под эту карту все есть. Ну, иначе по-другому тут не скажешь. Все, что бы я ни ставил, он уничтожал. Пианином своим вот этим бомбанул. Он уничтожил не здесь, а вот именно того, кто мне нужен был, чтобы прикрыть, чтобы уничтожить этого зомби. Идиоты, блин. Ладно, друзья мои. На сегодня будем закругляться. Через сколько там? Через
5,5 часов увидимся. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.